До свидания, школа! 69 выпускников Академической гимназии имени Павла Максимовича Тверского государственного университета отправились во взрослую жизнь. Выпускной вечер для ребят прошел в стенах киноконцертного зала «Панорама» во вторник, 29 июня. Этот выпуск, подчеркивают, в учебном заведении стал не только одним из самых многочисленных, но и одним из самых золотых. Для выпускницы Академической гимназии Тверского госуниверситета Анастасии Корольковой 29 июня отныне особая дата. Именно в этот день девушка простилась со школьной жизнью. Позади долгих 11 лет обучения, 2 года из которых прошли в стенах гимназии ТВГУ. Девушка намерена связать свою жизнь с химическим направлением. Она уверена, что тех знаний, которые ей дали в гимназии, хватит для поступления в один из столичных вузов. Мне на самом деле нравилось то, что идет такое разделение по профилям, то, что все-таки небольшие классы. Вот. И как-то получается внимание учителей больше распределено между учениками. То есть одно дело в обычной школе 30, например, человек. У нас вот в моем профиле химико-технологическом было 3 человека. Обучение в Академической гимназии Анастасия Королькова завершила с красным аттестатом и золотой медалью. Это было сложно, признается выпускница. Но на протяжении всего срока обучения ее поддерживали учителя и родители. Мы понимаем, что школьный порог перешагнув, они выходят во взрослую жизнь. То есть пора птенцов им становиться на крыло, улетать из семейного гнезда. Таких птенцов в гимназии ТВГУ в этом году 69 человек. Это один из самых многочисленных выпусков за 8 лет работы учебного заведения. Вместе с тем, как рассказывает директор Сергей Смирнов, рекордным стало и число золотых медалистов. 33 золотых медали. Медали за особые успехи в учении. На сегодняшний день 4 результата 100 баллов. Надеемся, что это еще не предел, потому что не все результаты мы еще знаем. В общем, ребята постарались, и ребята с гордо поднятой головой вступают во взрослую жизнь. Со сцены для выпускников в этот день звучали поздравления и самые теплые пожелания от учителей, родителей и почетных гостей вечера. Одним из них стала ректор Тверского госуниверситета Людмила Скаковская. Каждый школьник, начиная с 9 класса и даже раньше, уже выбирает профильный класс. Он идет не просто в гимназию, а он идет именно учиться той профессии, той специальности, к которой стремится. Впереди у сегодняшних выпускников есть 2 месяца отдохнуть и определиться с вузом. А уже 1 сентября для них начнется яркая и интересная студенческая жизнь.